Всем привет! У нас уже вечер. К нам пришел Назар с Андрюшкой. И мы хотим сейчас поехать попробовать на пляжик. С целью накачать эти матрасы и выяснить, где у них дырки. Чтобы заклеить, короче. Потому что в домашних условиях это тяжело. Что-что? Мама сегодня мне напечатала... Сундук из Майнкрафта и сделала так, чтобы он открывался и закрывался. Хоть в него и нельзя ничего вложить, ведь мама закрыла вот так черным закрыто. Да, я поняла. Классненько. Ну что там, Андрюшку отпустили с нами? Да. Не? Они только с пляжа пришли. Они только с пляжа. Они только с пляжа, сыночек. То что, ты с нами не едешь теперь? Нет. А папе помочь матрасы выяснить, где дырка? Ну что такое? Едем. Мама только что звонит и говорит, что это. Маленького голубенка спасла, коты его чуть не задрали, в общем, не разодрали. И это, говорит, посадила дома у нас в нашу клетку, вот попугая, которая. И говорит, чем его покормить? Я водички, говорит, поставила, это, говорит, отхожу, хай уже подрастет, чтобы мог уже самостоятельно летать, там все его такое. Принудительно кормить надо, он сам не поест. Да? В клювик засовывать? Да, берешь и прям в клюв засовываешь. Надо, значит, сейчас позвонить, сказать. И она спрашивает, чем? Зерном. Зерном? Да, нужно. Угу. Окей, сейчас позвоню, скажу. Перловка такое, что крупное. Угу. В общем, вот такие дела. Операция спасения у мамы. А? Нам солнышко прямо в глаза. Мы уже почти приехали, да? А, не, еще дальше чуть-чуть, да? Пляжный сезон полным ходом. Народа куча. Ты переоделся уже, сына? А куда ты хочешь? Мама, ты еще камеру на него наводи, когда будет переодеваться. Какая водичка тут. Зеленовато-желтенькая. Ой, а теплая. Ой-ой-ой-ой-ой. Классно. Так что мальчишки качают матрасики. Ой. Всякая гадость плавает. Ладно, сейчас будем проверять матрасы. Где дырочки, вернее, искать. Первый матрас пошел. Аккуратно, ай, сыпется, сына. Ну. А как проверять, папа рассказал? А, просто плавать, да? Пошел проверять один. Проверяльщик великий. Поплыл. Я, наверное, пойду туда в кафешку посижу. Слышишь? Ой. Я думаю, может, я пойду в кафешке посижу, пока вы тут проверять. А я буду глядеть. Второй пошел. Проверяльщик. Назар уже поплыл, ну, проверяльщик. Не проверяю. Так я ж тебе говорю, что он купает. Нашел? Кричит, что нашел уже дырку. Он, ну, гребет. Такой смешной. Руки, как эти, весла. Покажи папе сначала. Слазь с него. А как ты нашел? С моими подозрениями. А, просто с подозрениями? Смотри, где он. Да, ладно, пусть проверяют, я пошла. Я уже и кофе попила. А мальчишки мои все киснут.
матрасы повытаскивали и купаются вдвоем. А мне нельзя сегодня купаться, к сожалению. Хотя водичка очень классная. Прямо очень теплая. Я бы в такую залезла. Ну что вы, накислись? Да, верю. Что клевенькая. Накупались трошки? Да, да. Так я ноги помочила и поняла, что она клевая даже для меня. Купальщики мои. Ну что, дырки понаходили в матрасе? Говорю, дырки в матрасах понаходили? В одном. Ого, в большом? В каком? В большом? В три? Да, да, в большом. Ой-ой. Там это, где латка там и издувает, латка не подходит. Понятно. Короче, тогда его проще похоронить, этот матрас. Нет, как раз можно, может. А у нас есть латок столько? Надо покупать. Вот эти велосипедные. Угу, угу. Ясненько. А я так и думал, что на этом маленьком вот эта латка просто отходит. Угу. Там клей какая-то. Это ремкомплект надо, короче. И клей же, что и все такое. А там же клей. Вон полотенечко возьми, сынок. Где? А на кустике висит. Угу. Нашел. Понятненько. В общем, на острова нет смысла его брать, да? Ну, честно говоря, как по мне, то да. Надо будет Ане с Лешей сказать, бы он вдруг, чтобы не рассчитывали на матрас, он не годится. Его клеить и клеить. Замерз, сынок? Да. Да? Тут в воде теплее, чем тут. Ну да, вода тепленькая. И он, кстати, у нас как-то слабо отработал. Вот этот, да, в котором три, он вообще новый фактически. И три дырки, капец. Сейчас будет четвертая. Ты их положил на какие-то палки торчащие. Все, едем домой. Накупались мальчишки мои. Ура, домой. А я уже, честно говоря, жду море. Прямо уже так хочется. Да. И чем ближе, тем больше. Да. Ой, выезжаем отсюда. Уже в предвкушении отдыха я прямо. Мне уже Днепр, не Днепр. Хотя покупалась бы, если честно. Там никого. Там никого. Дрить колотить. Ого, сигнал. Назар, ты куда смотришь? Куда? А куда-нибудь смотри. Нету, нету. А тут как ЗТП было. Смотри, он там нарисовано. А, точно. Это ДТП было, да? Да, колеса обрисовали. Ага. Место столкновения. Наверное, кто-то выезжал, а кто-то летел, или бог его знает. Ну, как и сам. Как мы только что. Джип большой, сигнал большой, можно лететь. Да. Точно. Пока, пляжик, спасибо. Теперь я надеюсь, Назар приедет и будет аппетитненько кушать жаркое. Да, сынок? Где ты там? Предвкушение еды? Что я не дождусь, когда меня посадят кушать, да? Это ты сейчас с сарказмом говоришь? Или нет? Ага, с сарказмом. Как бы я картошку люблю. Фри. Фри только, да? Вот представь, что это картошка фри. Да. Картошка фри с подливой. Да. И немножко сырая. Да. Че это она немножко сырая? Она полностью сырая. Это стоит машина? Да, это стоит машина. А, просто вот так на дороге стоит? Угу. Круто. Нормально, да. Все нормально. Матрасы отправляются сушиться. Мы же носимся с этими матрасами. Ну хоть уже, а ты позапоминал, где дырки? Запомнил? Правильно, босиком несите мне грязючку с крыши.
Вот так прям положишь? На трубу, да. Труба горячая. Ой, как здесь сейчас хорошо. Свежо. Да, папка? Мы можем, как Карлсоны, на крыше погулять. Говорю, можем на крыше. Ты ж хотел погулять? Да. Или это не то? Можно. Только чтобы у нас крыши были повыше, чтобы можно было обзор какой-то посмотреть. Аж на Днепр, да? Да, или вообще на другую планету. Она зараз еще гулять собирается? Компот сварила, он не успел остыть, уже над, это, потихонечку все пьют. Ой, жаркое уже подъели. Так, все, сыплю Назару. Я сделала вывод. Назара нужно каждый день вывозить купаться к Днепру. Он тогда ест замечательно просто. Это выход. Побольше выгуливать. В общем... А? Мясо есть, Амир, я тебе положила мясо, как же. Ищи в тарелке. Нашел? Ты хочешь мясо все выесть? С картошкой. Угу, понятно. Короче, гаджеты убирают аппетит, ноутбуки и все остальное. А вот прогулки на пляж увеличивают аппетит. Не, ну это всегда, в принципе, понятно было для всех. И даже живой пример. Назар кушает очень плохо и не по режиму. И я с этим борюсь. А вот с пляжем отлично получается. Хоть бери, Назар, тебя 3 раза в день води. Утром, в обед и вечером. А мы с Сережкой опять идем гулять через полчасика. Прогулочка просто по бульвару. Идем гулять? Да. А они с Андрюшкой будут? Я сказал, что всем семейством шли. А, то и Назара берем. Хорошо, давай. Назаршка! Давай сейчас позвоню, уточню. Уточни, чтобы Назар не нудился с нами, если вдруг Андрюшка не пойдет. Сейчас я у него спрошу вообще, хочет ли он. Сыночек, ты пойдешь с нами гулять? Сейчас, подожди. Сейчас папа спросит, если Андрюшка идет тоже гулять, то пойдешь? Думаю, что да. Вставай. Может, я не буду вставать. Может, мам, неси меня на кресле. Да что ты, может, на ручках тебя понести? Маленького мальчика такой, мой малыш, все, малюсенький. Поехали. Давай, вставай, поехали. Сынок. Поехали. О, да. Давай, Назарушка, вставай, да. Пойдем. Ну, ребята вышли уже, ну в чем дело? Да? Ну да. Ну, пока дурня не поваляем. Мы... Назар, будь серьезнее уже, пожалуйста. Может... Ты же это вырежешь? Нет, конечно, вставай давай. Чудище малое. Хотя уже не такое уже малое. А куда мы пойдем гулять? Здесь парки на Дружбу народов. На Дружбу народов погуляем к фонтанчику и обратно. Пойдем. Закрой, пожалуйста, крышу и ключик положи подальше, сынок. И пойдем. Так, свет выключаем. Босоножки обуваем. Чтоб удобную, да, обувь, наверное. Все. Где-то подальше туда ложи. Да, да, вот туда. Все, умничка, погнали. Какой теплый вечер, да, сынок? Ты мороженое мне должна. И 200 где... гривен за компенсацию обмана. Какого обмана? Я тебя не обманывала. Видишь, как евреи работают. Ну да, это точно. Знаешь такую поговорку? Хохол родился, еврей заплакал. Вот это про тебя. Так что да. Внимающий, ребят. Есть. Хороший. А Андрюха бежит. Бежит, Усё, бежит, бегун. Привет. Во? Назар говорит, что ты расстроился, да? Да уже нет. Уже нет, мой ты зайчик. Да, покрасил. А, это тот сундучок, за который ты говорил? Да, а еще здесь теперь есть. Убирает руку. О. Дай посмотрю. Они с питомцем идут. С
каким еще питомцем? Ну, вон за ними. У них что, собака? У вас что, собака? Нет, только вот. Бабай. А, бабай идет, я его не узнала. На сундучок, Андрюха, классный, аккуратно, не поломай. Мама-рукодельница у тебя. Все, погуляли чуть-чуть и возвращаемся. Два часика будет погулять. Ого. Боже, а что это за свист такой? Тормоза. Так тормоза? Да не, по-моему, он разгонялся, а не тормозил. Сынок, а на папе отдай, наверное, водичку. Давай я возьму. Пускай понесет. Ты понесешь? Ну, неси. Сейчас я ее полегче сделаю. Давай. Полегче сделай. Отопью. Вот этот момент. Дети гоняют, подъем никак солнца. Не нагоняются. Андрюха, ты Назара ищешь? Вот эта серость начинает проходить. А? Пошла чайка летать. Иди, я тебе подскажу. Иди, я тебе подскажу. Только ты его нащупал, буквально минут 25-30. Андрюха! Кинул, он либо Андрюха! Мажет, либо бьет. Иди подскажу, где он. Иди сюда. И потом все затихает. Ты можешь смело тут же сразу сворачиваться. Издевается. Чего? Смотри, он побежал вот туда на площадку. На площадку. Я знаю. А, ты знаешь? Ты специально так? Да? Назарушка, мы идем домой уже. Пока, Андрюха. Так, а где Назар наш? Ага, бежите. Динозавр. Динозавр крутится. Вот не нагуляется, не нагоняется никак. Тебя, Назар, то с ноутбука не оттащишь, то с улицы не вытащишь. Одни крайности. Нагулялся? А я от Андрюхи в машине прятался. Ты в машине прятался? Понятно. Все, домой. Я смотрю, уже свет горит, Вика уже дома пришла уже.